Да. Космо. И что, Паша, касается танковских и хиловских, мне почти все надо. Так что, если это приор позволит. Паш, батлол, мне Космо прошлый уступил, хотя ему тоже нужно было. Как я буду все это переживать, хуй знает, ладно. Так, подожди, Она тебе ладно, не поможет, кстати. давай разберемся, чешку у кого, у Колика? Я дупло отдал, Дупло. он парол выиграл. Че, пулять? Подожди, а эти нововведения, которые трэш касались, они и в обычке работают или то? Там в скобках гер стоял, Паш. Для гера там. Хотя, может, для обычки тоже. Да, я просто докушаю все. Ну, не скоро, Тимур. Там максимум, что будет, это будет, ну, типа плюс топ рейд там на двух боссов. Это будет выглядеть так, что один рейд идет, он закрывает полностью, и после этого дополнительный рейд сдует. Парниц Воронович. Я искренне не представляю, как мы не основным рейдом будем робота убивать. Чего там убивать? Ну, больно танком, больно. Просто надо резист собрать и все. Ну да, надо. Нужно подойти поближе. Товарищ Вара, объясните группам уроки, зачем нужен Кармус рейд, что он дает? Интеллект, не более. И немножечко силы земли. Раскол стакает? У нас там горит и все. Нет, Паш, не раскол стак. Это плюс 4 физухи. Потому что рога мутик. А 30% кровотечения забыл? Это друид. Это похуй. И армс. Ну так я на друиде, поэтому мне похуй на армс. Что он дает то же самое, что и я. Амбар же дает физуку. И армс вар. Не достаю. Физуки армс вар. Точно не люди.
В смысле, Шель, не закидывал? Или ты в Дискорд? О, раз, раз. Блять, как ты ее выбил? Слишком далеко. Нужно так. Подойти поближе. Блять, там все стокен. Олик, у тебя тоже получается? Пиздец. Оля. Олег спит. Не достаю. Слишком далеко. И сейчас. Еще не стример не видит. Точно. Кому ты отдаешь? Продаю. Не надо. Пять. Третий спек. Паша, прочитай прям, пожалуйста. ПМ где? Я все читал.
Эх. Что запускать? Да, спускай. Не сейчас. Парень вернулся, проверяй. Че? Это сменный метасокет, сменную голову, точно, если сока. Другой мета не будешь делать? Для ДД? Нет, для танка. Ну, на для что ДД. Мне ее чарить? Ну, у тебя что стоит? Хотя, в принципе, тебе похеру, брони и так больше. Так нет, там... Там брони нихуя не дает метасокет для ДД. Прям вообще копейки. Из-за того, что оно считывает не армор в форме, а арформ без формы. А что получается, другим классом еще меньше дает? Другим больше, лад. А, погоди, лад, я же больше дает брони. У меня есть наката голова с ДДшным соки. Вниз. Может, хрен нас ты в танке укатил? Что, паны? Здесь он не играет в танке. Значит, просто отошел. А, он на WhatsApp. Да я говорю, где ты это, я думаю. Да. У меня на стриме сидит, можешь ему передать привет тебе еще. Придик. Ой, милики, отойдите, сдохните. Ёба! Кроме Саниса, не похуй. Какой-то нигде. Да, я не хотел урон от падения получить.
Что у вас так ёбнуло? Там два этих было? Так да, ёбнуло? Два этих. Удара пламени. Сука, с той стороны нормально запрыгиваешь, с этой хуйца. Будем делать ачивку? Какую? На 30 покемонов убитых. Блять, долго. А мы их даже не считали. Ну, можем со второй фазы начать, там плюс 5-6 добавить. 6 штук. 6 фениксов было, да? То есть, типа, убить еще 24? Ну, это долго. Это долго. 2 по 12. 2 моба выходит, 12 пачек. Ну, я могу попросить хилов уронить пару человек и как раз ачивку сделаю. Шаря думает, что ему мало дает, потому что у него тоже армор дается от власти льда. Да, но власть увеличивает имеющийся вроде бы как армор, но саму изначально шмоток броню-то он будет ведь, например, увеличивать. Ну да, да. У латников больше своей брони, чем которая дает форма. Ой, Шарь, я... Бельцо еще птицу забрал. За таунти. Короче, чарится на минус 3 урона от заклинаний и все. Латником все еще на броню, может. Три процента от заклинаний как бы не так уж и много. Ну. Оль. Робот ебашит, робот ебашит 260 тысяч за тяжкий удар. Вот сам посчитай. Ну там да, что-то вроде. Я точно не помню. Это когда 10 стаков висит. Да я ж по КД, блядь, на 10 стаках. Я на них живу 2 минуты, блядь. Ну это один босс из множества. Типа Джайна тоже. Остальные там многие. Физуш. Ладно, всем хорошо вечером. Что случилось? Что такое? Постоял один, умер, видишь, теперь психует. Ну что, метеор пословил, да? Да. Саня, жалко. Я что, он ревнул из-за этого, что ли? Там в огне, отведи. В огне я, блядь. Я как-то странно, что ты промолчал. Я нихуя не понял, но что случилось? Ничего. Саня захотел к сотке добавить еще косарь. Там забыл просто. О, Дима, что, косарь еще добавили? Ну, у меня отобразилось то, что... Что у тебя не отобразилось? То, что стоишь один? Да, у тебя не отобразилось. Там два вкусных феник, которых бьет только мудло. Можно Мурлоку ЕП, а всем ЛДДГ?
А чё, их надо бить, чтобы их они умерли до того, как Алар придёт? Алар приземлился, вызвал новых, а Фениксы живы до сих пор. Он чуть ли не улетел, они все еще живы. Только не переусердствуйте, а спасибо. Какой уровень? 85-й? 83-й. Не добивайте пока что. Все. То есть профит не мобов, ну, трэш 81 уровня бить, чем самого босса. Почему никто не сидит? Но теоретически урон, урона-то больше получает 81 уровень, чем 83. Нет. А он не намного. Плачет один вар. Твоя пушка. Есть уже такая. Паша, давай амнистию. Нет. Вы стоите, ебаните, дохните, блядь. По одному стоя на бойсе, на котором, блядь, элементарная, абсолютно, блядь, первая тактика, это стоять в куче на метеоре. Пиздец, то есть я по 300 гп прощаю, это здесь сотка какая-то. Мне за срыв агро на том, что ханты там и роги не напулили, не простили сотку. Я за этого слил чешку, Гер, так что пошли нахуй. Я могу тебя посчитать вместе, что-то не устраивает, сколько раз ты ловил по сколько стак на Аларе, ой, на Аларе, на Соляре. Сколько раз ты прощался в стаке. Напомнить? Ты про то, когда я танчил первый раз, эти сферы бегал, за двоих собирал? Он другому, Дима. Непонятно, извините. Развелось этих Дим. Скажу, ну, как... только дрявый один. Скажу как дезуро, мне нужны пруфы. Ваш тут воронка в море. Там воронка. Чё? Значит, её там нету. Yeah. Вроде. Вам же говоришь, блядь, не лутайте мобов, пока я разродываю. Ну ты долгий. Ты даже не знаешь, как РСХМ начали бить без тебя, когда ты замолчал. Его убили. Я смолчал, потому что телефон. Понятно. Нафиг. В смысле? Ну, он разрулит. Или конфискует УГП. Два варианта. Бля, чё вы дубали, здорово. Пиха, 50 на 50 поделим. Я потанчу. Паш, тут еще одна воронка. Тихо, один на 99. У
уважаемая сова. На Фимусе. Мы перекидываемся. Материализуйся на Савунах. Нужно подойти поближе. Подожди, не пуль. Просты 26к на профе. Деньги. Банка, давай попробуем, как Сяка делал. Он в центр уводил весь трэш, а рейдеры будут роботу. Почему я вижу кусок робота с этой стороны? Я хотел это попробовать. Я хочу еще попробовать тайфуном сбивать. Хочешь всех роботов сагрить? Нет. Еще босса запустить, да? Пустить? Нет, я хочу трэш в центр собирать, а роботов постепенно вы будете заливать. А потом трэш всей пачкой заливать. И катить их по кругу, и наплевать на протовара. Мне понравилась эта тактика. Он имел в виду, игнорите трэш, бейте роботов. Сложно. Можно. Это надо было по-русски сказать. Не, они лишь заливайте лишь только големов, а не собирайте в середину чего-то лица. Они же дотянутся лучами все равно, вот эти усиливающие, не? Нет. Если я их уведу прямо в центр. Не знаю. А что это даст? Время выиграет. Я медведем трэшу, пока вы роботов убьете. Мальчик. Сейчас поставишь там, нет? Полено принесли в жертву, что ли? Дим, разбань, пожалуйста. Видишь, они не поняли твои тактики. Че, воронки без меня пытаются летать? Ага. Справедливо. Так, короче, завтра, скорее всего, выходной. Заеби. О, ура. А что это за подарок? Праздник ну, какой-то? Не знаю, я сейчас с Стасей переписываюсь. Выходной. Очень-то верится. А в воскресенье что? Хуй его знает. Если келе поправят, то келе. Если нет, то челка. Мы не узнаем, пока келе не тройнем, то есть все-таки не выходной. Он напишет, если какие-то изменения будут, то по этой хуйне он будет писать это сколько. Это мой дальний мод. Поставьте. Подожди. Поставьте. Блять, не пуль, шаря. Что в этом слове непонятного? Дальнего подержу нормально. Я этим не сбиваю косты, они иммунны, кстати. Хотя, да. Вихрь. Писал? Я не знаю, я просто не смотрел.
значит воскресенье, скорее всего, окей. Да не надо, про товар отражения есть, мальчик. Паша, кинь меня, пожалуйста, к воинку или к поступать. Шкаф не шкаф? Да, шкаф. Я сейчас. Угу. Кому поставили? Так, а у меня отражения нет, и я в дедесмоте. Так почему-то спулили. Ничего, клик трубы нажмешь. Бейте того, что на лопате сидит. Шкурлок. Ну да, твоя бедная вкусная. Я в куполе, блядь. Салют закончился! Шаря! Почему он закончился, Шаря? Забавно, что точечные корни работают на мобов, а корни схватки, которые от ударов, не работают. Паша, есть кому ты 5 инновара дать? Так, много текста потом почитаю. Так, еще вот этим он, по-моему, смерть. РС его. Так. Наказывают макрос. ЗРС. Дрит вспомнил, конечно. Ты еще вспомнишь, что там Урсус не сбил косы на Джей. Резкий смерть от падения. Вот за это. Я же не начислил сразу. Кто там из варов друидов будет плечо забирать? Окей. А может, не. То есть ты так поздно выходил с тьмы, что ты уже успелся? Так, мне нужно взять вот эту кельце. Ссылки крутани, пожалуйста. Что у нас по ключу получается? Да? Ну, сейчас Назар улетит. Я не улетел. Да, блять. Навара плечо можно забрать?
не дает пока что поэта. Ну и что у нас? Токен плеча. Ларовский. Павловский или Кашный. Это будет? Нужен кому-то? Лайкаку нужно, можешь вместо меня его взять. Что нужно? Нет, Назар, ну одного босса. Марина, еще раз повтори, пожалуйста, шкаф. Марина? Это киберкотлета вроде был. Паша, мне плечо на вару нужно на лайкап. Я про тебя, я в курсе. 15-50 раз, но это уже повторяет. Я не вижу у тебя прота, в принципе, на которого ты должен был открываться. У меня до этого была открыта одна на фурик, я его дособираю до конца очка. Ну, в прота я тебя тогда не буду собирать, потому что не рассчитываю на это. Да прота я сам сам. Ну, мне... Ой, фурик, в принципе, нахуй не нужен. Ольчик, крутани. Дайте портал, пожалуйста. Спасибо. И меня суманите, пожалуйста. Куда вы все съебываете? Я промазал по сумону и тыкнул в порт. Марь. Не расслаблялись, что сегодня будет контент? Кто бегает, кто танчит? Космо бегает. В смысле? Космо в ДД, давай я тогда побегаю. Какая разница? Ты... Ну, потом. Чтобы не респекаться. Ты давай домаш или танчи, Космо всегда бегает. Вот космо... прыгни, понял, все понял, понял. Можно сверху не взорвать, чтобы тихо делать. Нельзя. Вам тут для начала нужно съебать печеньку. Танчится где? В центре? В центре, да. Еще раз совершенно. Саня, дудку. Пошли.
мне любовные письма пишет. То есть, что не хочет без шипа ходить в рейд. Соба хуйню не кидает. Ну, походу, дело, да, у него опять он пишет, что три промаха. Чего? Да, это второй рейд. А наша сова, кстати, следит. Наша она сова не дает крик. Наша сова молодец. Потому что это крит нашей сова, который она тоже не хочет терять. Почти бисовый лог, Африк пытается догнать беложопого Армса. Экзекутки ваши ёбаные. Можете рекламу скинуть, у меня забагался. Блять, я танка не перегнал, сука. Жалко камнями. Я в говне. Да. Там пол рейда не перегнал танку, блять. Скиньте плюс рекламу. Не выёбывайся, ты топ-1, сиди и молчи. Ну, интересно, сколько. 31. Найс нерв, кстати. А у меня ни хрена ни мурдок, ни топ-1, блядь. Странно ДПС на самом деле. А чё, соф порезали? Нет, страж бездны топа. Жизнь его порезала. У тебя, Паш, наверное.